мужа паховая грыжа будет опираться, скажется ли она на репродуктивную функцию. Ну, теоретически, конечно, может сказаться, если там будет какая-то неаккуратность при проведении этой операции, где, поэтому здесь желательно, просто, что если операция проводится по всем правилам, а хирурги обычно, которые оперируют паховые грыжи, они эти правила знают, то тогда все должно быть хорошо.